Короче, я понял, нужно просто пробежать туда и пробежать тут же обратно, потому что эти сволочи выйдут прямо на нас. Это было неожиданно, серьезно, ребятки. Ну как-то так. Try a real man's weapon. Just watch the Krogan. They're moving in close. You. Woo! Это было опасно. Problematic targeting. Ау. Это было еще и больно, к тому же. Здесь хотя бы есть патроны. За этими штуками лучше. Не прятаться, насколько мне не изменяет память. Так, где он там? Там сверху еще один Кроган. Он чуть-чуть разозлился. Подожги его, что ли. Спасибо. Морда прям шустрый. А нам тем временем нужно кроганов лишить брони их и размочить по-быстренькому. Подожди его, чувак. Так, сначала ты, потом ты. Блин, да много Кроганов. Ну, благо, они не могут кое-что делать, поэтому все, в принципе, хорошо. Так, нет, стоп. Здесь нам нужно... Вот эта штука. No shields. Time to die. Вот плюс истинный заморо... Су. Ка. Слушайте, такое ощущение, что мне реально нужно пробраться куда-то, иначе они меня тупо будут убивать и убивать, 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 убивать. Мне же это нафиг не надо. Мне на них так тупо патронов не хватит. Just the thing to help. Сам как-нибудь умрешь. Так, ладно. Потрошки, 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 панацелинчик, потрошки. А, нет, все, вроде закончились. Ну, более-менее. Не, хрен там. Не закончились, простите. Wish I was standing downwind. Ой-ой-ой-ой-ой. Бежим назад, назад, назад. Так, подпалим мы этому. Немножко жопа. Так. Наконец-то это все закончилось. И мы можем... Не знаю, постараться что-нибудь сделать. Так. Ну, вроде патронов у нас больше здесь особо нету, поэтому придется заниматься каким-то извращением.
Так, все оружие на перезарядке, кроме вот этого. Как я понял, оно против кроганов бесполезное. Так. Взломать, начать обход. Так. Замечательно. Сохраняемся на всякий случай. Simple enough. Indeed. Посылаем. Going now. I'm going to ground. Что-то мне не очень нравится все, что здесь есть. Ладно, хоть боеприпасы получили, и то хорошо. А вот и патрончики, о которых я так мечтал. We can use this. Урон снайперской винтовки. Наконец-то мы можем ее разработать. Правда, нам сохраниться теперь не дают. We've been spotted. Get out of there. Охренеть. Я кайфую. Going to cover. Так, ты сюда, ты туда. I'm on it. Taking cover. Я думаю, я тоже сюда прилечу. Так, по вот этой бабе, пожалуйста, стрелите. Спасибо. До свиданьки. Как говорится, всегда пожалуйста, не за что. Нам опять не дают сохраниться, кстати, это обида. Если я здесь умру, это будет хреново. А вот и причина, по которой нам не дают сохраниться. Да вы шутите, ребят. Moving out of line of fire. Understood. Hell. Так, там еще больше вышло народу. Hell. Так, криво потрошки нужны. Под себе сейчас шмальнем. Так, мне нужна вон та мадама. А в идеале мне нужно еще, чтобы у меня здоровье восстановилось. А, это уже другие истории. Пока что просто подойдем ближе. Блин, да я ей даже щиты не снял. Так, давай-ка ты вот сюда сядешь, а ты сюда. Так, надо подумать, как с ними работать. Я думаю, что будем мы с ними работать через замечательную пушечку. Вот эту. Сейчас мы ее как раз и опробуем. Наш гениальный идиот немножко не в ту степь полетел. Но думаю, мы с этим как-нибудь разберемся. Так, минус один, замечательно. В первую очередь нужно вот этих девчонок уничтожить. Они нам основную проблему устраивают. Давай, подымись. Черт, ты уже кого-то поджарил, да? Блин, только трачу на него эти патроны. Можно было бы, конечно, переключаться, но, в принципе, он так помрет. Серьезно? Next. Отлично. Гарус встал, значит, можно сохраняться. Ой, не люблю я это дело. Действительно, какой умник дал Кроганам оружие? Я бы, правда, сказал, какая дура, но окей. Сохраняемся. Идем искать следующих противников. 4000 мне нужны, 4000 мне нужны. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
О, круто. Быстрый взлом. 4К кредитов. Как нефиг нафиг. Поехали дальше. Мои ребята, как всегда, следуют за мной. Ясно. Какой-то плохой выход, вам не кажется? Так, ладно. Пока у нас есть этот снаряд, давайте их использовать. Можно его поджечь. Замечательно. Так, опять-таки, пока у нас есть эти замечательные снаряды, сейчас швырём в тех ребят. Это стоит ли на самом деле, я не знаю. Так, ну здесь вроде ничего такого нету. Так, давайте, смотрите, сделаем вот сюда. Уберем вам возможность находиться под щитом. Собака чуть не убил. Так. Меня вот этот ужасный пехотинец как-то задолбал немножко, если честно. Так, пока у меня есть возможность, надо шмальнуть вот всех двоих. Сказал я и... шмальнул, по сути, в пустоту. Так, а вот теперь можно спокойно использовать мои способности. Замечательно. И сохраняться. Круто. Благодаря вот этой замораживающей хрени я очень неплохо могу справляться со всеми щитовиками, ну, у которых есть щиты, либо тяжелая броня какая-то. Она очень классно гасит вот эту всю хренотень. Ребята нервничают, причем довольно сильно, я заметил. Ой, что-то мне как-то достается немножко. Так, сейчас переждем чуть-чуть. Гарус, уходи на... Тупой идиот. Знаете, несмотря на то, что у нас есть грёбаный Гарус, это не значит, что он ни хрена не идиот. Также не зря считает, что и морда у нас тоже тупая больно. Словил таки. Так, нужно, чтобы эти двое девчонок остались без прикрытия своей броньки. Иначе мне будет чутка больно. Да ё-мо, а как их так снять-то получше? Так, передвигаемся вот сюда.
Так. Черт, либо она, либо я. Тут больно уже. Ну, раз эти два придурка выжили, точнее, вновь со мной, значит, все хорошо. Так. Давайте бежим дальше. Нужно срочненько что-то сделать. Например, перезарядиться полностью. Где мы можем это сделать. И где не можем тоже. И сохраниться. Так, берем патрошки. О, плюс 8 боеприпасов. Замечательно. Только они у меня начали как раз-таки сильно израсходоваться. И мне их тут же дали. Это прям как по везению, по хотению. Так, 37 патронов, да, у нас. По сути, фактически весь боезапас я восстановил. Так, вот там есть что-нибудь интересное? КПК, который мы можем взломать. О, 4 косаря. Неплохо для начала. Ты, по-моему... Ты, по-моему. Замечательно. Замечательно. Идем дальше. Пока у нас все удачно, вроде бы. Ну, по крайней мере, я еще здесь не умер. За исключением того момента с кроганами. Так, морда. Отлично. Думаю, обойду. Вы же не против, ребят? Ну или они меня. Как посмотря, кому из нас повезет больше. Так, у меня минус щиты. Надо быть поаккуратней. А то так и до моей смерти недалеко. Так, ясно, против этих баранчиков у меня это не прокатит. Нужно будет вырубать их каким-то другим оружием. Антищитовик, антищитовик. Не подходит, да? А что, если заморозкой по вам хреначить? Тоже как-то не очень, да? Not a problem. Так. Should burn nicely. Бежим! О, как их там много, это сразу образовалось. Вот теперь можно и пошмалять из моей пушечки. Deploying incineration tech. Почему-то мне кажется, что у меня есть некоторые проблемы. По крайней мере, обойти этих ребят у меня как-то не очень получилось. Enjoy. Так. Попробуем Гаруса. Добил. Замечательно, правда, эта вторая мразь уже установила себе щиты. В первую мне очередь нужно будет снять ее броню, а потом уже как-то с остальными проблемами разбираться. Отлично, вот теперь можно и пострелять.
Так, где у меня там винтовочка снайперская моя? Догорай, детка. Спасибо. Так, ясно, понятно. Здесь ничего нету. Мне нужны патрончики просто. Нет, видимо, так просто не будет, да? О. Хорош. Замечательно. Как-то они меня так нихреновенько пробивают, я вам скажу, друзья мои. I'm going. I need cover. Concussive shot ready. Ага, он уже шмальнул из нее, да? Минус один. Ну и минус второй, по сути. Я пока не знаю, оживлять ли мне морду. Но что-то делать здесь в любом случае придется. Так. Ай, ладно, оживляем морду. В принципе, у нас довольно много пенициллина. Shields are down. Разогрей его, морда. Серьезно, ты не смог его разогреть. Даже как-то обидно. There we go. Deploying incineration tech. This should slow him down. Так, стой там, где стоишь. А я пойду наверх. Пробую достать его отсюда. А морда, кстати, занял сам неплохую довольно-таки позицию. Так, избавились от этого телепата веселого. Сейчас будем избавляться от двух девчонок. Но главное перед этим избавиться от их щитов. Надеюсь, они не передвинутся. Ну и на том хорошо. Вставай, девочка. Отлично. Finding cover. Grabbing cover. Так, ладно, мне надо спускаться тоже бы вниз, в идеале. One less to worry about. Ну, вопрос лишь в том, как это безопасно сделать. Так, давайте возьмем оружие. Just the thing to help. Так. Естественно, тебя было вынести просто. Теперь нам нужно вынести вон ту девчонку. А для этого мне нужно снести щиты. Ну, теперь она не представляет проблем. Замечательно, теперь ты минус щиты. И догорай. Догорай! Минус голова. Тоже вариант. Так, сохраняемся. Здесь все хорошо. Патрончиков для снайперской винтовки у меня, конечно, нету. Но что поделаешь, дорогие друзья.
Приходится мириться и с такими вот неудачами иногда. Их, оказывается, можно было обойти с этой стороны. Не знал. Ну да ладно. Так, что ж, давайте пробегать дальше. И искать патроны, потому что снайперская винтовка мне определенно нужна. И мне нужны от нее патроны в больших количествах. Shepard, don't shoot. You know me. I shut down the security cams as soon as I saw it was you. Never thought I'd say it, but I'm glad it's you shooting up the place. Sorry, Ranathanoptis. You let me go when you destroyed Saren's lab on Vermeier. Had to outrun a nuke in a utility pod, but it's still a second chance. I don't remember that. Probably best if you were in Saren's lab. Yeah, I'm not proud of what went on there, but I'm using what we learned for the greater good. Not for the Mercs. Jador's on a standard power trip. But O'Kear is trying to do something good, even if his methods are a little extreme. Everyone deserves a second chance, right? And sometimes giving one pays off. I take care of my debts. What is O'Kear trying to do here? It's complicated. Jador wants a private army, but O'Kear mostly ignores her. He's running the project for his own reasons. I created a mental imprint routine to educate his tank bred. Most don't get through it. He dumps them for some reason. He wants to help his people, but he's not looking for a genophage cure, and he's not going for numbers. That's all I know. Finding you in a place like this makes me think letting you go was a mistake. You don't want that. We agree on that. Don't worry. I plan on staying as far away from anything to do with you as possible. Now, if you don't mind, I'm gonna run like hell before you blow the place or something. I know how you work. Should have killed her. Too much knowledge without ethical boundaries. Ну, возможно. Ну да ладно. Так. Shepard, don't shoot. You know me. Давайте сначала это сделаем. Отлично. Теперь можно с ней поболтать. Sorry, I assume you have a good reason. Don't worry. Not for the everyone deserves a second chance, right? What is O'Kear trying? He wants to help his people. Now, if you don't should mind, have killed her. Too much no. А теперь мы получили 4 героя. Странно, не правда ли? В прошлый раз 2. Ну да ладно. Так. Берем стандартное оружие наше. Сохраняемся. И идем в бой. Here you are. I've watched your progress. Так. Терминалчик лаборатории. Почему бы не обойти? Начать обход. Хотя нет, стоп. Стоп. Это нам даст возможность входа. Давайте пока с этим повременим. It's about time. The batteries on these tanks will not wait while you play with these idiotic mercs. I take it you're O'Kear. You don't seem particularly caged or grateful that I'm here. You may claim to be here to help, but the formerly deceased Shepard is not a sign of gentle change. Surprised. All Krogan should know you. I'm sure Rana has already revisited your actions on Vermeier. I'm sure you're eager to retell the story. Such a tale. Saren, the Spectre traitor, threatens the return of the Krogan Horde by curing the genophage, undoing the gentle genocide of the Turians and Salarians. But before Saren can deliver his endless troops, in rides Shepard, securing victory through nuclear fire. I like that thought. It has weight. I'm sure you're eager to retell the story. Such a tip. But before Saren can deliver his I didn't have a lot of room for finesse. If there'd been any other solution, I'd have considered it. But I approve. Saren's pale horde were not true Krogan. Numbers alone are nothing. The mistake of an outsider. One that these mercenaries have also made. I gave their leader my rejects for her army. But she grows impatient.
It's time for you to take me out of here. Personal issues irrelevant. Here for the collectors. I see. Yes, collector attacks have increased. A human concern. My requests were focused elsewhere. I acquired the knowledge to create one pure soldier. With that, I will inflict upon the genophage the greatest insult an enemy can suffer. To be ignored. Your search for the perfect soldier created a lot of failures. You don't care about them? I failed no one. My rejects are exactly what Jador asked for. She simply lacks the ability to command. They are strong, healthy, and useless to me. I need perfection. If a few thousand are rejected, so be it. My work will purify the Krogan. We will not be restored. We will be renewed. I thought the Krogan ideal was a return to the numbers that threatened the galaxy. We will not need numbers. My soldier is a template. It is a greater threat than all the Phantom siblings that would have been at its flank. The galaxy still bears the scars of the Horde, but it will learn to fear the Lance. You're just as cruel and manipulative as those who released the genophage on your people. Perhaps, but I will restore the Krogan, and my soldier will not provoke a nuclear response as a cure or Horde would. My legacy is perfection, with each pure Krogan reaching higher by standing on our dead. They will exceed, but not forget. What did you get from the collectors? I need whatever you know about them. They are strange. So isolated, yet very available when your sacrifice is big enough. I gave them mini Krogan. I may have information for you, but the tech was consumed in my prototype, after I determined how to use it without killing the subjects. The deaths were unfortunate, but I only need one success to start the process. So you don't want to cure the genophage? Contrary to what survivors claim, the genophage does not produce strong Krogan. The only quality it filters is the ability to survive the genophage. For every thousand stillborn, too many weaklings live. Every survivor is branded as precious. That's produced more coddling than your collective human teats. I say, let us carry the genophage. Let a thousand die in a clutch. We will defeat it by climbing atop our dead. That is the Krogan way. Your methods are extreme, but you know how to deconstruct a threat. Will you help us? Perhaps I can strike a deal to secure passage, but my prototype is not negotiable. It is the key to my legacy. Attention! I have traced the Krogan release. O'Kir, of course. I'm calling blank slate on this project. Gas these commandos and start over from O'Kir's data. Flush the tanks! She's that weak-willed. She'll kill my legacy with a damn valve. Shepard, you want information on the collectors? Stop her. She'll try to access contaminants in the storage bay. You could just start over like she plans to. What's the big deal? This tank is pure. It involved as much trial as Data. Starting over will not duplicate it. It must survive. Jador will be with the rejected tanks. Kill her. I will stay and do what must be done. Ну что ж, вам понравится, чем это все закончится. Kill the door, I do what I must to save my legacy. Итак, мы должны обойти терминал лаборатории, на всякий случай. Потому что я не помню, что он делает, если честно. Так, это с этим. Дверцы с этим. Это с этим. Это с этим. Это с этим. This should come in handy. И кроганская живучесть. Воспользуйтесь исследованиями. В общем-то, мы теперь сделали кроганы более живучими. Ну, точнее, сделаем крогана более живучим, когда прибудем на Нормандию. Ну и когда у нас будет свой собственный кроган, конечно же. Просто бежим, ребят.
Просто бежим. Так. It's me, Shepard. Да я в курсе, что это ты, Гарус. Так, ладно, мне нужно что-то, что будет его убивать, и это будет... Это будет не то. Это будет палач, по-моему. Так, палач, причем вот с этими... Да пошел ты, тупой робот. Так, надо как-то убить эту мразь. Единственный способ, который я пока что вижу, это попробовать воспользоваться моим замечательным оружием. Так, ладно. Пока он шмаляет по Гарусу, все будет хорошо. А как эта мразота переключится на меня, все будет плохо. Но, как только я переключусь на вот этот дробовик, то ему будет кранты. Серьезно, ты солдат, правда что ли? А я-то думал, кто ты такой? Так, ладно. Так, а я, кстати, не помню, по-моему, на него хорошо все-таки лед действует. Даже на замороженного. Айфа, айфа. Патрончики, давай. Ну, благо у нее их не бесконечное количество. Всего-то навсего энное. Оу. Гарус, сиди там. Почему ты стреляешь себя так рано? По-моему, у тебя больше их не осталось. Насколько помню я, у нее было всего 4 крога, на которых она уже израсходовала. Поэтому все хорошо. С некоторым смыслом сообщаю вам я, друзья. Правда, мне все равно нужны патрончики. И нужно будет убивать эту мразь. Так, а для этого мне понадобится... Нет, не это. Это оружие. Так или иначе, ей нужно снять броню. Вопрос только, почему я ее слышу сбоку, а не там, где она есть на самом деле. Ну да ладно. Ой, как все плохо-то. You can't hide on my world.
Серьезно, я спрятаться не могу, правда, что ли? No, impossible! Такая она ау, ивная. Да как ты смеешь? Вот то же самое хотел тебя спросить. Так, мы почти сняли ее щиты, кстати говоря. Ну, броню, в смысле. И щиты-то мне было всегда пофиг относительно. О! Подморозь свои штанишки, женщина! What's that Krogan doing up there? Shepard, the lab alarms coincided with the system's failure. The remaining lab systems are unprotected, and I have gained limited access. According to lab scanners, the room is flooded with toxins, and Okir's personal life signs are failing rapidly. I recommend haste. Ну, поняли, да? Contamination detected. Emergency vent in progress. Contamination detected. Emergency vent in progress. Короче говоря, все печально. Shepard, if I knew why the collectors wanted humans, I would tell you. But everything is in my prototype. My legacy is pure. This one soldier. This grunt. Perfect. Why would someone so fanatical sacrifice himself for one Krogan? Delusional. Unlikely one Krogan, however strong, could have impact Okir wanted. Am almost certain. Suggest leaving it. Afraid he'll make your genophage obsolete? No, but Krogan genetically dangerous, socially dangerous as well, have enough enemies without adding this. Normandy, Okir is a no-go, but we have a package that needs retrieval. And he's a big one. Ну что ж, получили новый уровень. По итогам задания оборудование для клонирования уничтожено, Кир погиб, но его сын уцелел. Возможно, потеря Кира вызовет проблемы, пробуждение Крогана остается на усмотрение капитана. Итак, мы получили микроволокно, которое усилит Крогана. Увеличили урон от снайперской винтовки, получили финансирование от Цербера и нашли 20 тысяч кредитов, получили платину. Собственно, на этом и закрываем наш отчет. Улетаем с планетки, друзья мои! Улетаем! А летим в далекие дали. Yeah, you've said that a few times now. A normal Krogan is dangerous. This one was created and likely educated by a madman. I see everyone's enjoying the new paperweight. Concerns? We don't know anything about it, Commander. I know. You don't find that interesting? Krogan fight well at close quarters. Perhaps awakening him in a confined space wouldn't be prudent. Noted. The cargo hold is safe enough while I decide what to do with him. Ну что ж, все, что будет зависеть... связанная, точнее, с Кроганом, далее будет зависеть ровно от нас самих. То есть, либо мы его освобождаем, либо до конца своей жизни он будет находиться в этой маленькой пробирке. Вот такие вот дела, друзья мои. Пока что можем проводить исследования, которые должны проводить улучшение брони. Прототипы. Кроганская живучесть. Улучшаем ее. Насколько помню, более пока мы ее улучшить не можем, потому что у нас нет ничего. И на этом, наверное, в этой серии, ребята, все. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Всем удачи и пока-пока, дорогие мои друзья.